прошлом году районными и мировыми судами рассмотрено более 200 тысяч гражданских, уголовных и административных дел. Это почти на 11% больше, чем в 2015-м. Такие цифры озвучил Алексей Шипилов, председатель Белгородского областного суда. Здесь сегодня прошло совещание представителей Фемиды региона с участием губернатора. Из общего количества рассмотренных судами дел более 6 тысяч уголовные. Большинство – преступления против собственности. Это кражи, грабежи, мошенничество, разбои. На втором месте – нарушение правил и безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Тройку замыкают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как отметил Алексей Шипилов, особую обеспокоенность вызывает количество уголовных дел в отношении лиц, которые повторно сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году их было рассмотрено около 600. В 19 случаях обвиняемые получили реальные сроки. Увеличилось число преступлений коррупционной направленности. К уголовной ответственности привлекли около 60 человек. Сегодня одна из важнейших задач – повышение доступности и качества правосудия, отметили участники совещания. И здесь не обойтись без современных информационных технологий. В регионе уже сложилась практика онлайн-трансляции судебных заседаний и постепенно идет переход на электронный документооборот. С января этого года жители региона могут обратиться в судебные органы через интернет. На сегодняшний день практически все процессуальные кодексы закрепляют возможность обращения граждан в суд путем направления заявлений, ходатайств и жалоб в электронном виде, а также возможность принятия судебных постановлений в форме электронного документа, подписываемого усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. Белгородским областным судом уже принято несколько судебных актов в форме электронного документа с представлением сторонам возможности получить такой документ без непосредственного обращения в суд. Как отметил Евгений Савченко, доверие к судебной системе – это один из важнейших показателей, который отражает состояние общественно-правовых институтов государства и во многом определяет социально-экономическое развитие конкретной территории. Ваша деятельность не только обеспечивает защиту конституционных прав и свобод граждан страны, но и напрямую отражает эффективность работы органов и исполнительной власти на местах. Наглядный показатель для вашей и нашей деятельности – это второе место Белгородской области в общероссийском рейтинге по состоянию инвестиционного климата. Это как раз и есть экономический эквивалент доверия государственным институтам власти в регионе. Достойная оценка общих усилий.